Всем доброго дня, дорогие мои друзья! Рада видеть вас на своем канале «Купить недвижимость в Испании». Меня зовут Анна, я агент по недвижимости в Валенсии, агентство называется «Испания Инвест». Ну что, продолжаем с вами тему налогов. И сегодня поговорим с вами про налоги при продаже. При продаже, естественно, вас налоговая тоже не обделяет, вы точно так же платите налоги. И я вам сегодня расскажу, какие налоги, когда, куда, где и так далее. Ну что, друзья мои, налоги при продаже. В основном буду разговаривать и рассказывать для нерезидентов, потому что основная масса людей, покупающих недвижимость в Валенсии, в Испании, естественно говоря о там, русскоговорящем иностранном населении, да, это не резиденты, и они ими не становятся. Поэтому для них эта информация крайне актуальна и важна. Ну что, налоги при продаже. Два налога, друзья мои, платятся два налога. Первый платят как не резиденты, так и резиденты. Он называется плюс балия. Кто-то говорит плюс валия, но вообще правильно говорить балия, да? Вот так вот он пишется, плюс балия. Тут все сложно. У меня есть на сайте, на сайте Испания Инвест, .com, в блоге по недвижимости есть статья «Расходы продавца». Там вы найдете, я описываю, как высчитывается эта несчастная плюс балия. Но вы ее не высчитываете, вы идете в аюнтаменто или мэрия местная, да, и вам там все высчитывают. То есть вы идете со своими документами, с документом купли-продажи, и показываете все документы, и вам работник там высчитывает и выдает вам квитанцию. Смотрите, квитанция, ну вот примерно выглядит так, да? То есть основное здесь, они смотрят кадастровую стоимость, годы владения, за каждый год владения они вам прибавляют 3% и 1. Это только по Валенсии, и это было там несколько лет назад, вот эта квитанция. Сейчас, возможно, ставки поменялись, я не знаю. Но примерно, чтобы вы понимали, то есть они тут учитывают годы владения, то есть если у вас 3 года владения, соответственно, 3,1% за каждый год умножаем на 3, получаем 9,3%, да, то есть, ну, в общем, много они всего там высчитывают и так далее. То есть, чем дольше вы владеете недвижимостью, тем выше у вас будет этот налог. Причем максимальное, внимание, максимальный налог, который вам могут насчитать, это 58,9%, 60%, друзья мои. 60%... не от суммы, естественно, которую вы получили, да, а процент от процента. В общем, посмотрите у меня на сайте, на самом деле эта информация вам ни к чему. Вы просто должны знать, что этот налог будет платиться, и, вы можете сходить даже в мэрию до продажи, и пусть они вам симулируют, сколько это может стоить. Да? Ну, хотите, заморочитесь, там у меня на сайте посмотрите и попробуйте сами высчитать. Я, конечно же, не заморачиваюсь этим, я просто иду в аюнтаменто, в мэрию, и мне там все это высчитывают. В общем, максимально с вас могут насчитать за 19 лет. За 19 лет. Если вы владели 25 лет, все равно будете платить как за 19. Но вы как не резиденты, столько лет вряд ли будете владеть, да, очень, ну, это редкий случай, в основном вы резидентами становитесь, и все равно его будете платить. Поэтому есть случаи, когда вы покупаете, продаете в минус или вровень выходите, купил за столько-то, продал за столько-то, да. А в таких случаях вы не должны платить налог плюс балия, но вы все равно идете в аюнтаменто, в мэрию, они с вас этот налог как бы типа берут, и потом вы требуете, чтобы вам его вернули. Не знаю, как у них сейчас это действует, они постоянно требовали, не брать этот налог. Государство там, страны и области требовало в Валенсии, в городе, не брать этот налог, если люди вышли в минус или в ноль, да, при продаже. Как они там этот вопрос решили, я пока не в теме. Напоминаю вам, что я работаю в основном с покупателями, не с продавцами. Продавцы в основном испанцы, они сами это все делают, да? Вот. А я работаю с покупателями, очень редко с продавцами. Но в любом случае,
Все это можно узнать, сходив в мэрию в вашем городе. Так, значит, плюс балию оплатили, да? Дальше, второй налог, который вы платите. Налог с прибыли. Он будет разный, естественно, у резидентов и нерезидентов. Разный не по проценту, он 19% у обоих. В обоих случаях, да, он разный по системе, по оплате. То есть, если вы резидент, то вы делаете налоговую декларацию не после продажи, а когда вам придет срок подавать декларацию общую по вашей деятельности, да, там, или бездеятельности. А вот если вы, значит, не резидент, то вы обязаны подать эту декларацию в течение определенного срока. Какого, сейчас скажу. Значит, первое. Если вы не резидент, что делает налоговая, чтобы избежать ситуации, когда вы удрали из страны и не оплатили налог? Она с вас удерживает 3% при продаже, 3% от общей суммы. Например, вы, значит, продали за 100 тысяч, 3 тысячи вы просто недополучите сразу. То есть, когда вы будете продавать свою недвижимость, покупатель вам недоплатит 3%. То есть, вы продаете за 100 тысяч, вы от него получите 97. Почему? Потому что он будет налогово обязанным вместо вас перед налоговой заплатить налог, представляете? То есть 3% от общей суммы вы платите, не вы платите, тот, кто у вас купит. Заполнить он должен модель 211, декларация модель 211. Значит, что это за декларация? Здесь как раз-таки заполняется 3% вот эти вот, он их вносит, то есть никто не пострадал. Покупатель у вас покупает за те же деньги, не больше, и вы, в принципе, продаете за те же деньги. Просто налоговая страхуется и берет с вас сразу 3% от общей суммы. Значит, смотрите, вот у меня тут в примере, да, заполнена декларация и указано, за 160 тысяч было продано, 3%, 4800. 4800, то есть 160 минус 4800, продавец получил остаток денег, и 4800 ушли в налоговую. Что это значит? Это не значит, что вы оплатили этот налог. И это не значит, что вам, например, налоговая не должна что-то вернуть. Сейчас я вам все подробно расскажу. То есть вот этот документ после продажи, после совершения сделки, в течение месяца должен быть оплачен покупателем. Это его обязанность, налоговая обязанность. Он должен это сделать. Там он или его агент, неважно. Но это должно быть сделано. Будет там несколько экземпляров. Один из экземпляров он должен отдать вам в обязательном порядке. Он вам пригодится, потому что вот этот номерочек очень важный. Дальше. Вы после покупки... вернее, вы после продажи, как продавец, имеете 2 месяца, чтобы с этим налогом что-то сделать. То есть, если даже налог правильный, а я вам сейчас объясню, правильный он или нет, вы все равно подаете декларацию, просто в ноль у вас будет указано. Значит, смотрите, вы подаете следующую декларацию, 2010, вы уже с ней знакомы из предыдущих видео, 210, декларация 210, не резидента, на прибыль. Значит, здесь у вас будет что расписано? Здесь у вас будет расписано, значит, какие вещи? Вы указываете, первое, вы указываете номер вот этой декларации, да, то есть вы делаете ссылку, что я подаю декларацию согласно этой. Дальше что происходит? А дальше происходит следующее. Смотрите, купили за 160, продаем, продали за 160, а купили, тут указано 116 тысяч с копейками. Купили мы за 85 ту квартиру, но с ремонтами, со всеми сохраненными фактурами и так далее, вышло 116. То есть вы должны указать сумму со всеми расходами, которые могли быть. На тему расходов и так далее есть отдельное видео. Значит, вы включаете все расходы, и у вас получается 160 тысяч минус 116, остается 43. То есть 43 – это ваша гананция, то есть ваша прибыль. Да? Прибыль – это доход минус расход,
да, это очень важно, имейте в виду. Вот, остается ваша прибыль. Значит, дальше, и из нее вы уже высчитываете, вот из этой прибыли вы высчитываете 19%. Для всех одинаково, 19% это 8,350, да, 8,350 в 28-й графе мы пишем, а в 29-й мы пишем, сколько мы уже оплатили, то есть сколько за нас оплатил покупатель, 4,800, остаток оплатить 3,550, то есть вы видите, что в данном случае мы должны доплатить налоговой помимо 4,800, которые мы заплатили. Доплачиваем точно так же, идем в банк, или у нас снимается со счета, или мы в банке говорим, чтобы нам сняли со счета, либо оплачиваем наличкой. Есть случаи, когда вы ничего не должны налоговой. Это когда вы покажете, что там грубо вместо 8,350 у вас примерно выходит 4,800, или там 4,790, ну, 10 евро требовать с налоговой, ну, извините, это неблагодарное занятие, да, то есть вы примерно выходите в ноль, вы, значит, подаете эту декларацию, да, то же самое, и на этом все заканчивается. Вот, бывали случаи у меня, когда люди продавали в минус, и тогда, соответственно, нужно было, у вас просто будет не доплатить 3,550, например, а минус 3,550. Соответственно, налоговая вам должна вернуть. Возвращала. Были случаи, у меня когда возвращала, были случаи, ну, в Валенсии, по крайней мере, мне возвращали и даже не требовали показать им все фактуры. Могут попросить налоговая сказать: так, что-то ты сильно большую сумму хочешь вернуть, там, например, те же 4,800, давай-ка ты нам покажи, а что это у тебя такое? То есть вам нужно будет прийти в налоговую со всеми своими фактурами, вы должны будете доказать практически каждую копеечку. Да, это важные моменты, поэтому не пытайтесь обмануть, да, и сказать: ой, у меня фактура на 10 тысяч, а на самом деле у вас их на 2 тысячи. Не прокатит, она может с вас в течение 5 лет потребовать документы и, ну, попросить вас объяснить, что это такое. Возвращает обычно в течение года, то есть год вы будете ждать, пока она там раскорячится, дойдет до вашей декларации и все проверит. Вот, собственно, наверное, и все, да, то есть помним, два налога, налог на прибыль, который вы сами оформляете и оплачиваете, модель 210 и покупатель 211, и второй налог — это налог плюс балия за годы владения данной недвижимостью. Ну, я думаю, все на этом. Я надеюсь, вам информация была полезна, и вы что-то для себя узнали, и будете иметь это в виду при продаже своей недвижимости. Всего хорошего, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам хорошего, удачных покупок и продаж. Пока-пока.